еще раз говорю, что все это вопрос юридической техники. Это достаточно несложная, может быть и сложная юридическая процедура. Как вот эти все действия регламентировать юридически? Я думаю, у нас классные юристы в стране, и они с этой задачей справятся. Я не вижу здесь большой какой-то политической проблемы, это вопрос технологический.